Всем привет и добро пожаловать на наш канал! Я продолжаю держать вас в курсе новинок, так что подписывайтесь, чтобы вовремя их получать. Уже совсем скоро выйдет на экраны телеканала Netflix турецкий сериал «50 квадратных метров» в жанре черная комедия. Уже известна дата выхода – 27 января 2021 года. Сценаристом сериала «50 квадратных метров» стал Бурак Аксак, писавший сценарий к таким сериалам, как «Лейла и Меджнун» и «Не рассказывай мне сказки», он же является и режиссером вместе с Ильчиком Айдемиром. В сериале снялись Энгин Астюрк, Айбике Пусат, Джингиз Баскурт, Кюршат Алнычик, Талгат Текин и Игит Кираджи. События сериала будут разворачиваться вокруг одного таинственного наемного убийцы по имени Галге. В своей криминальной деятельности этот человек считается настоящим профессионалом. Он способен с легкостью справиться даже с самой сложной задачей и всегда доводил начатое дело до конца. Сейчас наступил такой момент, когда Галге приходится найти надежное убежище, в котором он смог бы скрыться на некоторое время. При случайных обстоятельствах он попадает в маленькое ателье, и здесь по каким-то причинам его приняли за родного сына умершего владельца. Герой понимает, что для него это уникальный шанс сохранить собственную жизнь, и он решает им воспользоваться. Только здесь он может укрыться от сотрудников правоохранительных органов и не попасться к ним в руки. Галге никак не может смириться с предательством Сервета, которого всегда принимал как своего отца. Постепенно он начинает привыкать к жизни в районе, в который попал совершенно случайно, и ему удается невероятно легко находить общий язык с местными обитателями. Герой прекрасно справляется со своей новой ролью, основанной на лжи. Киллер планирует начать новую жизнь, но только прошлое не так легко оставить позади. Ну и на этом все. Не забывайте подписываться в нашу группу Facebook «Турецкие сериалы». Ссылка в описании под видео. Спасибо всем за просмотр и до скорой встречи с новым видео.